лапы. Лапы. Хвост. И когти. Когти? Да. 4-летний Дима Шашилов уже год занимается в детском лечебно-реабилитационном центре «Надежда». Его любимым местом является интерактивная площадка «Играем вместе». Мне в ней нравится то, что в ней есть все для развития. Музыкальные инструменты, разрабатывает слух и ритм. Качели-карусели, вестибулярный аппарат хорошо развивают. И игры по Монтессори разрабатывают мелкую моторику и полушарие головного мозга. То, что нам нужно для того, чтобы запустить речь. Поэтому мы довольны, если честно, очень нам нравится. На интерактивной площадке три зоны – музыкальная, образовательная и двигательная, тактильные панели, музыкальные инструменты и спортивные тренажеры внедрены в игровой процесс. Занимаются здесь разновозрастные дети из городов Тюменской области. Двигательная активность у нас улучшилась, во-первых. Во-вторых, у младшего музыкальный слух появился. То есть мы, наверное, пойдем дальше в этом направлении, да? И можно повоображать, стать маленьким композитором и сыграть какую-нибудь мелодию. Такая развивающая площадка появилась в Центре «Надежда» в 2019 году. Все это благодаря гранту по программе социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел». Уникальность этой площадки я вижу в том, что она представляет каждому ребенку равные возможности интеллектуального и физического развития. И от коллектива всего нашего центра, а я хочу поблагодарить компанию «Сибур», а также директора автономной некоммерческой организации развития Константинова Константина Юрьевича. В Центре «Надежда» за год поправили свое здоровье почти 2000 детей. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время.